Над мирный путь лампадно просветлен, струится, как молитва боголюбца, и звездам тесен чистый небосклон, на грешный дол благою вестью льются. Не может радость быть в себе самой, ей нужно изливаться для чего-то. Она подобна туче дождевой, и все равно, где горы, где болото. Оставь земное, выйди к небесам, расстанься на немного с суетою. Творение апостольствует нам, а мы закрыли души на святое. Вот таинство великой тишины, о, красота невзысканная нами, премудрости и святости полны, и воды, и земля под небесами. Не ведает страданий красота, тоска, печаль, когда ее заглушен. Душа без красоты, что сирота, не сиротите, обожите. Прощаясь сегодня с усопшей, поминая ее, мы, конечно, вспоминаем добрые качества ее. У нее было очень много этих качеств добрых. И часто она сама являлась центром такой поддержки для многих людей, которые к ней приходили, и для своих детей, и для внуков, и для племянников, племянниц, и для своих крестников и крестниц, для всех она являлась. Потому что человек пожилого возраста, он имеет опыт жизни, и поэтому молодежь, все вы не раз приходили к ней за советом, за просьбой. Теперь она будет смотреть на вас с неба. Будем надеяться, что будет молиться за вас. Но и она нуждается сегодня в нашей поддержке и в нашей молитве. И эту поддержку нужно будет ей оказывать особенно тщательно эти 40 дней. Это то время, когда будет решаться ее загробная участь, загробная судьба. Когда Господь будет определять, где ей нужно будет находиться, в какой участи. И вы знаете, как и здесь на земле, когда есть поддержка, то все испытания человек проходит очень быстро. А когда поддержка отсутствует, то как тяжело бывает человеку. Так и на небе. Чем больше поддержки сегодня она обретет для своей души, тем будет лучше. И эту поддержку мы, христиане, знаем, мы можем оказать нашей молитвой. Эти 40 дней нужно будет читать псалтирь об усопшем, совершать дела милосердия, читать канон об усопшем, литиюмерским чином совершать, посещать храм Божий, вспоминать о на молитве в храме. Многое-многое другое. Каждый из нас может это сделать. Проявить к ней свою христианскую любовь, как когда-то она эту любовь свою проявляла к каждому из вас. Наверняка вы не просто вспоминаете ее добрым словом, но любовь, которую она давала вам. Еще будучи молодыми, как она проявляла свои душевные качества, доброту, милосердие.
находясь рядом с усопшим, мы должны попросить у нее прощения. Наверное, можно было бы что-то сделать больше для нее. Но так сложена сегодня наша жизнь, что мы бежим, суетимся, куда-то стремимся, зачем-то гонимся. И вот, к сожалению, только горе и беда нас объединяют. Попросим у нее прощения. Если чем-то опечалили, обидели, прошли мимо, не отозвались, прости нас, но пристань на море. И в то же самое время, если когда-то чем-то неосторожно она обидела нас, находясь рядом с усопшим, мы все равно надеемся, что снова с ней встретимся, снова будем вместе, снова будем рядом. Сама атмосфера великого праздника Пасхи свидетельствует о том, что мы все воскреснем. Тела наших усопших восстанут, тела живых изменятся. Мы снова будем вместе, мы снова будем рядом. Поэтому не стоит терять надежды, отчаиваться, опускать руки. Нужно надеяться и верить, что Господь забирает человека тогда, когда к этому человек наиболее готов. Тем, что она была готова. Она в жизни причащалась, здесь, в этом доме, исповедовалась, причащалась Таин Христов. Как священник я свидетельствую об этом, что она искренне каялась в своих грехах, искренне приступала к таинству причастия, несмотря на то, что перед смертью она не успела причаститься, она делала это раньше, с глубокой верой, с глубокой надеждой, с глубокой любовью к своему Спасителю, Христу, Богу нашему. Будем надеяться, что это ей помогло тогда измениться, сделать шаг к Богу, и ее нежная улыбка сегодня, умиротворение на лице, свидетельствует о том, что она с миром отошла к Богу. Это тоже очень многое значит. Когда ты чувствуешь, что ты примирился с близким, представь пред Богом, вот ее сегодняшний лик в гробнице настолько умиротворенный, нежный, глубокий, что, как кажется мне, как священнику, что она с миром отошла к Богу, умиротворенное ее лицо. Будем уповать на Господа, что Господь, победивший дьявола, смерть, ад и ее, сподобит лучшей участи в своем царстве. Ну а нам, здесь находящимся, нужно еще раз сделать вывод, что жизнь наша не вечная. Нужно спешить каяться. Нужно спешить делать добро. Смерть не взирает на возраст, нацию, цвет кожи. Она приходит внезапно. И младенцев приходится отбивать. Совсем новорожденных. Сегодня провожая одну из старших в вашем роде. Она там с другими бабушками, прабабушками, прадедушками. Будет молиться за вас, за молодых, за ваши семьи, за ваших детей, внуков. И в этом большом таком общении дружной, христианской, крепкой семьи мы будем все надеяться уповать, что и мы однажды будем в Царстве Небесном рядом с Богом, что мы однажды достигнем спасения наших душ. Аминь. Промысел Божий. Царство Небесное, лично покой дару Господи, обетуй нам постами Марии. Можно погасить свечечки. Спасибо, Боже. Соболезнуем детям особенно. И всем близким. Спасибо, Боже.